Целые два дня мы говорим о еде. Мой следующий гость Валерий. Валерий, доброе утро. Как настроение? Доброе утро. Отличное настроение, рабочее. Все приходят, рассказывают о особенностях производства. И я вижу, что вы сегодня пришли поделиться информацией о своем ремесле. Да, мы пришли на эту ярмарку, выставку для того, чтобы заявить о себе, как о молодом производителе. Работаем в Ленинградской области, производим сыры собственного производства, как твердые, так и мягкие, как из коровьего молока, так и из козьего молока, по традиционным рецептурам итальянским и французским. Сколько времени уже работает завод, расскажите? У нас не завод, скажем так, это сыроварня. Объем достаточно, скажем так, средний. Соответственно, работаем мы второй год. Второй год, в принципе, неплохо. Я смотрю, что вы пришли с опытными образцами. У вас такой красивый, как это правильно назвать, каталог, в котором представлены все товары, все категории, в которых вы работаете. Любимый сыр ваш? Мой любимый сыр как раз открыл прям удачно. Это буррата. На сегодняшний день категория мягкие сыры. Очень у нас вкусно, удачно получается. И многие рестораны и магазины уже оценили по достоинству. Регулярно у нас и достаточно много покупают. Слушайте, это очень здорово. Вот в заключение хочу задать вам вопрос, немножко поговорить с вами про импортозамещение. Как обстоит дело у вас? Ну, мы как раз на этой ниве работаем, так сказать, как нам наш президент просил, так мы, собственно говоря, стараемся в этом направлении импортозамещать. Все молоко наше из областных ферм с Ленинградской области. Мы работаем с одним производством, с производителем молока. Вот, соответственно, сырье получается наше, производство наше, люди работают русские, технологии импортные. Вот как раз хотел спросить, чьи технологии? Но во всяком случае, мы делаем все для того, чтобы потребитель был доволен вкусовыми качествами сыра. Да, это мы делаем как раз для того, все для того, чтобы он был доволен. Надо отметить, что оборудование еще у нас тоже наше, отечественное, московский завод, достаточно известный, полностью всю линию нам поставил, поэтому мы, в принципе, полностью импортозамещением мы занимаемся. Ну вот мы хотим пожелать вам, чтобы все потребители действительно получали удовольствие от дегустации ваших сыров. Пусть покупатель найдет вас. Спасибо большое.